Этой весной вся страна перешла на удаленку. Даже, блин, до верхних пыжей добрались онлайн-совещания. Там теперь губернатор каждый день собирает чиновников в таком формате. Уважаемые мои коллеги, вижу, ну, все деньги. Ай. Памятник. Имя тут. Антисептик. Все поняли? Вопросов нет? Да, отлично поняли, Станислав Георгиевич. Блестящий план, Станислав Георгиевич. Тогда я с вами прощаюсь. Да-да, это тоже блестящая идея, Станислав Георгиевич. Что он сказал? Да хрен его знает. Ну, что-то блестящее, я так понял, да? Так, ладно, давайте разбираться. Нам, походу, денег выделили. Запротоколировала. Только непонятно на что. А может, на то, чтобы губернатору интернет нормальный провести, а? Нет, на это уже выделяли. Пометила. Давайте вспоминать. Он точно сказал: все деньги, памятник, антисептик. Отметила. Да хватит в нас уже глаголами своими швыряться в хаотичном порядке, а? Мы сами скажем, что там отметить, что запротоколировать. Утвердили схему. Все деньги, памятник, антисептики. Все, я понял. Зоя, протоколируй. Новость дня. На центральной площади Верхних Пыжей установили гигантский памятник антисептику. Как сообщают наши источники, на этот памятник были потрачены все деньги из бюджета Верхних Пыжей. Это самый большой в мире памятник из золота.